сегодня мы будем играть... Всем привет, ребята, и сегодня мы сделаем гайд, как получить этот вот замечательный меч Рингоку. Да, он... Но сначала я покажу его способности. Погнали. Он покажет на мне. Давай, показывай. Первая способность. С одного удара меня выкупил. Ладшот. И вторая способность вот такая вот. Называется горячий удар. Горячий. И чтобы это получить, мы должны отправиться в замок. Покажу на мне. Да, погнали. Так, вот, мы идем на длинный замок. И вот работали, можем получить. Остров, на котором вы можете получить Рангоку. Итак, вот на этих вот NPC-шек... Так, короче, нам может выпасть ключ или нашать их вот на всяких мобов. С шансом... Или вот этих вот мобов. Не обязательно прям с Боша. Только нашали на большой шанс, это чтобы оно выпало с Боша. Так что убью... полетели в замок. Давайте убьем два морика, чтобы посмотреть. Это будет главное, шанс, чтобы этот вот ключ, чтобы выпал, конечно, полетели на Боша. Итак, вот и босс. Вот здесь вот он поживает, этот босс. Но... Именно здесь тот самый босс. Да. Но чтобы получить Рангоку, есть одна, ну, секретная комната. Она находится именно вот здесь. Да, вот она и ключом. И тут у вас будет показан сундук, но только у меня его нету, потому что я его уже открыл. И да. Еще с этим ключом можно открыть и вот эту вот дверь. А что за ней? Тут Федя реформатор. Там фея-реформатор, которая не знаю, что делает. Шучу, я знаю, но только это не в этом видосе. Так что на этом моменте мы заканчиваем этот гайд, ну потому что мы уже все сказали, объяснили. Да. Если что-то непонятно, заходите на наш Discord-чембер и спрашивайте нас. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.